Здравствуйте, Василий Васильевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, трудно ли быть судьей? Конечно. Так же, как и тренером, как и родителям, каждая роль, она по-своему сложна. В том числе и судейская роль тоже. На татами выходит два спортсмена. И мы прекрасно понимаем, что один спортсмен, который выигрывает встречу, он будет доволен, независимо от результата, если он выиграет, да, а вторая сторона, она будет недовольна. Другой вопрос, что многие люди, многие тренеры, родители, спортсмены в том числе, начинают искать виноватых в своем поражении, да, но это такая философия уже. Поэтому, конечно, арбитр зачастую сопереживает, скажем так, те неудачи и те позитивные моменты победы, которые переживает спортсмен на татами. Потому что арбитр находится всех ближе. Он чувствует спортсмена, слышит, чувствует. Поэтому достаточно сложно. Использование современных технологий облегчает ли процесс судейства? Да, в какой-то мере, да. Если говорить о мировом туре дзюдо, то сейчас у нас примерно на каждом татами по 4, 5, 6 камер. И, конечно, если арбитр где-то ошибся, то у комиссии есть 6 камер, которые они могут посмотреть и адекватно, объективно вынести принятое решение. И, конечно, это, с одной стороны, облегчает работу судьи, но, с другой стороны, профессионализм арбитра, он более явно выражается. Потому что если, например, смотреть Олимпийские игры 96 года, где-то 2000 года или ранее, мы там видим, есть много роликов на YouTube, да, когда мы видим, что это, ну, максимум юка, арбитр давали икон. Потому что так называемая кер-система, система повтора, ее не было, то сейчас, конечно, все это есть, все это наглядно, все это видно, в замедленном действии просматривается, поэтому ошибки, они минимизированы. Другой вопрос, что кто-то признает это, кто-то не признает ту или иную технику, но это уже, как говорится, третий вопрос. Да. Выделите особенности судейства соревнований от клубного городского первенства до чемпионатов России, мира, Олимпийских игр. Особенность, ответственность, в первую очередь. Конечно, чем выше уровень спортсменов, тем их сложнее судить, потому что мы все прекрасно понимаем, что на высоком уровне там уже идет тактика. Вот, спортсмены борются тактически, нежели технически. Хотя, да, если прекрасный бросок, он, это видно всем. А вот когда уже борются два спортсмена, которые настолько изучили технику друг друга, что именно борьба уже на уровне не то чтобы интеллекта, да, на уровне подсознания. Вот, и здесь, конечно, арбитру приходится делать выбор. Арбитру приходится считать все нюансы, атаки, захваты, позитивные движения, кто идет вперед, кто не идет, кто больше стремится или кто, например, играет тактически. Да, и, соответственно, арбитр стимулирует спортсмена, который больше желает или стремится к атаке, или спортсмена, который, значит, негативно проявляет негативное дзюдо. Опять же, есть негативное дзюдо тактического характера, есть негативное дзюдо технического характера. Судить детей и судить взрослых – это разные? И те, и другие иногда преподносят такие сюрпризы, что действительно без повтора не разобраться. Ваш самый сложный опыт судейства? Наверное, это, ну, если так разобраться прямо в целом, наверное, это первая схватка, когда я стал судьей международной категории. Первые мои международные соревнования, так получилось, что это был чемпионат Европы среди ветеранов. Вот, и как и, наверное, многие спортсмены, у меня перед первым выходом на татами тоже был определенный мандраж. Вот, и это была первая схватка, когда я помню, что внутри, как бы, да, у меня все дрожало. Вот, но после нескольких схваток, то есть пришел в норму, вроде бы на тот момент уже судил чемпионаты России, но психологию ее никуда не деть, конечно, так как и спортсмены, судьи тоже, мы волнуемся.
все приходит с опытом. А что касается международного уровня, ну, наверное, самые сложные, самые запоминающиеся схватки были на чемпионате мира 2017 года. Это когда, сейчас могу ошибиться, по-моему, в третьем кругу встретились действующий олимпийский чемпион Фабио Базиле и на тот момент действующий чемпион мира Ан Бау. И вторая схватка, это была полуфинальная схватка весовой категории плюс 100 кг, когда встретились Тедди Ринар, действующий олимпийский чемпион, и Гурам Кушишвили. Ограничение арсенала технических действий в дзюдо, на ваш взгляд, хорошо или плохо? У меня есть и свое мнение, как и у многих других специалистов, но здесь мы должны принимать во внимание, мы живем, каждый человек живет в своей стране. Он живет он живет по законам принятым. В каждой семье есть какие-то требования, какие-то свои внутренние законы. И в нашем виде спорта тоже есть законы. Есть люди, которые тренируют, есть люди, которые воспитывают подрастающее поколение. Это мы в том числе. Есть люди, которые судят. Есть люди, которые отвечают за популяризацию нашего вида спорта дзюдо, олимпийского, скажем так, который входит в олимпийскую программу. Мы прекрасно все понимаем, что это сложно. Мы видим, какие виды спорта входят в программу Олимпийских игр. Мы видим, для некоторых это сюрприз. Может быть, кто-то не знает, что со следующей Олимпиады не будет. 28-го года в Лос-Анджелесе, да, не будет бокса, не будет штанги, то есть, как казалось бы, такие виды спорта, категории, они являются фундаментом олимпийского движения, но, к сожалению, Международный олимпийский комитет, члены Международного олимпийского комитета принимают такие решения, соответственно, каждый из них руководствуется статистикой, популярностью там, и так далее. Вот, поэтому и те изменения, которые в дзюдо, да, мы где-то принимаем, где-то не принимаем, но мы ими все руководствуемся. Поэтому есть люди, которые хотят, чтобы дзюдо было популярным, и оно действительно популярным. И в тот момент, когда из олимпийского движения, из программы летних олимпийских игр некоторые виды спорта исчезают, а дзюдо сделало шаг вперед. Да? Потому что у нас в этом году на Олимпиаде в Токио было представлено командное дзюдо, чего до этого не было. Главные качества судьи? Объективность, профессионализм, непредвзятость. Влияет ли внешний вид спортсмена для вас во время судейства? Конечно, судья, который уже судит много лет, и мы как профессионалы, конечно, мы обращаем на внешний вид спортсмена, конечно, мы обращаем на его поведение, на его реакцию, когда арбитр наказывает его, или, конечно, мы обращаем на это внимание, но в любом случае, нравится, не нравится спортсмен, это не влияет на принятие решений. Каждый должен получать по заслугам, то есть если он демонстрирует хорошую динамичную борьбу, если он бросает на голову оценки, никто не застрахован от ошибок, все люди, и арбитры тоже люди, спортсмены поборолись, ушли, полежали, отдохнули, отвлеклись, а арбитр целый день находится на татами, и в вечернее время, когда накапливается усталость, она накапливается не только у спортсменов, но и у арбитров тоже, а, как правило, к вечерней части, к финальной части поединка становится сложнее. Лучше занизить оценку или завысить? Лучше выждать паузу, полторы-две секунды, проанализировать и дать ту оценку, которую ты считаешь нужным. То есть такого сознательно завысить, занизить нет, конечно, это неправильное мышление. Вот единственное, что, конечно, бывает, когда, как мы говорим, полет на Япон, а приземление там на вокзале либо ни на чего, ни на что, но это зависит от уровня судейства. Поэтому всегда комиссия, наши учителя нам говорили, выждите паузу полторы-две секунды, а потом покажите свое решение. Кто, на ваш взгляд, может получить приз «Гений дзюдо в судействе»? На самом деле очень много профессионалов, очень много... Ну, я же не отслеживал, там, например, все, да, судейство всех, и мы не видим все турниры, да.
На самом деле, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, лично я бы, например, отдал своему отцу, да? А с другой стороны, мой папа всегда говорил, что вот для него идеалом, опять же, в те годы, когда они судили Олимпийские игры, для него, например, есть такой арбитр с Венгрии, Янош Тардош. Вот для него он был идеалом, да? Если говорить о нынешнем поколении, да, то, опять же, немец Андреас Хемпель, да, наш Владимир Степанович Вострых, который судил две Олимпиады, тоже высочайший уровень судейства. Если взять по количеству Олимпиад, достаточно хорошо и долго судил испанец Эммануэль Кортес, он отсудил три Олимпиады. Вот. Поэтому, как бы, ну, на мой взгляд, это сложно. Правила меняются, понимаете? Ты сегодня как бы судишь хорошо, чувствуешь, правила немножко поменялись, и судейство так же, как у спортсменов, да, судейство тоже немножко поменялось. Поэтому такой номинации я бы сказал, что ее не надо делать. Гений дзюдо в плане судейства — это очень сложно. Спортсмену все ясно. Ты выиграл, ты проиграл. А судью оценивают и комиссия. У всех свои понятия, да, все оценивают своими принципами. Судью оценивают и средства массовой информации. И даже спортсмены, кажется. Судью оценивают, да, тренеры, зрители, в конце концов, да. И в этом плане я бы хотел сказать о том, что очень интересно вот в Японии работать, потому что там именно публика, она понимает дзюдо, и она даже аплодирует арбитрам, да, когда они в сложный момент давали правильное решение, и публика это чувствует, видит. Вот. И в заключение пожелания судьям. Молодым или всем? Всем. Ну, с учетом того, что у нас предновогодний турнир сегодня закончился, я бы хотел пожелать всем судьям хороших, интересных схваток, правильных решений, счастья, здоровья и не болеть.